Содержание и текущий ремонт жилья – это точно такая же услуга, которую вы заказываете у своей управляющей компании или ТСЖ, как, скажем, стрижка в парикмахерской, ремонт обуви или покупка товара. А значит, если эта услуга оказывается некачественна или не в полном объеме, собственник вправе предъявить претензию и потребовать, например, перерасчета. Скажем, на доме сломался желоб для стока воды, и, несмотря на жалобы и заявки, его никто не ремонтирует. Как следствие, вода течет на ваш балкон. Услуга по содержанию оказывается некачественна. Пригласите представителя управляющей компании и вместе составьте акт в двух экземплярах. И на основании акта требуйте перерасчета квартплаты. С момента, когда у потребителя будет такой акт, и до момента, когда будет устранено нарушение, потребитель вправе требовать снижения платы за текущий ремонт, допустим. Все это определено в правилах содержания общего имущества. И потребитель, скажем так, должен написать заявление о том, чтобы ему была снижена плата. То есть вы имеете право не просто требовать исправления недостатков, а вполне на законных основаниях по личному заявлению просить в управляющей компании снижение платы по статье «Содержание и текущий ремонт». Перерасчет должен быть произведен на срок до того момента, пока недостатки не будут устранены. Если компания не реагирует и после подобных актов и заявлений, прямая дорога в инспекцию государственного жилищного надзора. Если инспектор признает факт бездействия, то организацию, кроме всего вышеперечисленного, ждет еще и административный штраф.